Добрый день, уважаемые пациенты. Сегодня мы поговорим о признаках уреаплазмоза у женщин. Уреаплазмоз – это заболевание, передаваемое половым путем, которое вызывается уреаплазмами парвы, уреолитикум и специс. Преимущественно они передаются половым путем, хотя в некоторых случаях возможна передача бытовым путем при пользовании общими гигиеническими средствами, общим унитазом и так далее. Какие же признаки вообще имеют уреаплазмоза у женщин? Чаще всего признаки определяются местом локализации уреаплазмы, развитием воспаления. Если это, соответственно, влагалище, то это вагиниты. Если это шейка матки, цервициты. Если это, соответственно, уретра, то воспаление мочеполового канала. В ряде случаев также уреаплазмы могут вызывать воспалительные изменения матки и шейки. Как же, соответственно, они проявляются? Ну, если это уретрит, это воспаление мочевого канала у женщин, это часто жжение зуб при мочеиспускании, явление цистита, когда уреаплазма является входными воротами для других инфекций, таких как кишечная палочка, например, и стафилококки, стрептококки и другие. Если это поражение влагалища, кальпиты, вагиниты, тогда это выделение, жжение, зуд и так далее. Если это поражение матки и шейки матки, то это, соответственно, боли внизу живота, это невынашивание беременности, это невозможность беременности. Такие признаки могут как наблюдаться, так и примерно в половине случаев у женщин не наблюдаться вообще до каких-то снижений иммунитета. Раньше уреаплазма признавалась условно-патогенной, то есть если ее находили, как правило, не лечили. Сейчас же доказано, что, во-первых, она может вызывать патологию беременности, учащение частоты выкидышей и, кроме того, вызывать различные воспалительные изменения как у мужчин, так и у женщин. Поэтому уреаплазму лечат сейчас всегда, особенно если она вызывает какие-то воспалительные изменения, либо планируется беременность. Раньше выполнялся анализ на уреаплазму концентрации. Сейчас он не выполняется, потому что неважно, какая концентрация сегодня, буквально завтра она может измениться, например, при переохлаждении. То есть эта цифра может меняться постоянно. Что делается для диагностики уреаплазмоза у женщин? Ну, во-первых, самый простой и доступный метод – это ПЦР-анализ. Вот такую пробирочку берется соскоб. И также после обнаружения необходимый анализ на сегодняшний день – это ПАСЕВ. Уреаплазму на чувствительность к антибиотикам. Именно последнее очень важно, потому что сейчас наблюдается большая устойчивость уреаплазмы. В нашем медицинском центре платный КВД принимают опытные венерологи. Имеются все возможности как диагностики, так и лечения уреаплазмы. Есть методы экспресс-диагностики. В течение одного дня диагностируется уреаплазма. И используются все виды посева на уреаплазму, определение антител уреаплазмы. И самые современные методики лечения. Поэтому при обнаружении уреаплазмы, либо подозрении на развитие уреаплазмоза у женщин, обращайтесь к венерологам нашего медицинского центра платный КВД. Ждем вас. Спасибо за внимание.